Крылья Советов разгромили на выезде владивостокскую команду «Луч энергии» и теперь уступают первую строчку в чемпионате ФНЛ махачкалинскому «Анжи», да и то лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Игра в столице Приморья прошла в субботу. Самарцы начали без всякой раскачки. Счет был открыт уже на 19-й минуте. Адис Яхович в касании закончил подачу Георгия Габулова. Уже через 2 минуты Ткачук счет удвоил. Во втором тайме крылья инициативу из рук уже не выпускали. Яхович в итоге оформил хэт-трик, а точку в матче поставил вышедший на замену Игорь Горбатенко. 5-0. Эта победа позволила крыльям рассчитывать на прямой выход в премьер-лигу. Теперь главное побеждать в оставшихся матчах. Их будет 2. Дома с Хабаровском и на выезде с Дзержинским Химиком. 24 и 30 мая соответственно.